Всем хай, с вами Денис Ламлайф, или же, как я обычно говорю, всем привет на моем канале. Сегодня у меня есть к вам новости, неожиданные новости по поводу страйка, который мне прислал Supercell. То есть жалоба на авторские права. Не понимаю, из-за чего. Вот, смотрите, удалено авторские права. Вот видео, играю в нос прав. Это видео я записал, впервые играю в нос прав. Я указал под ним ссылку на нос, я открывал ящики. Я убивал персов, я сделал мудролик и авторские права. Вы это видели? Авторское право прилетело. Непонятно из-за чего. Я что ли нелегально играю в NUS? Вообще, если NUS такой плохой, почему же Supercell не подаст в суд на разработчика Нуса, чтобы он удалил этот сервер приватный из интернета. Но Google хранит сайт с Нус Бравлом, и его может скачать любой человек. Нигде не написано в политике Supercell, что нельзя играть на приватных серверах. Я не официальный ютубер, я имею право играть в Нус. И я никому не хочу внушить, что NUS лучше. Но по моему мнению, в некоторых моментах он все же оптимизированнее и быстрее. Но я не хочу никого переманивать с Brawl Stars на NUS. Supercell, если вы смотрите это видео, пожалуйста, можете мне прислать письмо и подробно описать, что я такого сделал, что вы кинули жалобу на мой ролик. Значит, сейчас я вам покажу, что здесь написано где-то. Давайте на панель управления зайдем. По-моему, он там. Да, вот нарушение. Я не понимаю. Правообладатель обратился к нам с просьбой удалить ваше видео, в котором содержится материал, нарушающий его права. Ну, смотрите, да, Бранус, это неофициальный Brawl Stars, да, он копирует полностью Brawl Stars, но нигде не написано, что у него нельзя играть. Поэтому ваше видео было удалено с YouTube. Вы получили предупреждение в случае многочисленных трех или более предупреждений нарушения авторских прав. Ваш аккаунт и все связанные с ним каналы будут заблокированы. Подробнее о предупреждениях нарушения авторских прав. Предупреждение 26 января. Срок действия предупреждения сейчас 26 апреля, если вы пройдете школу авторского права. Да. Так. Что можно сделать? Понятно. Здесь было написано, что... А вот. Контент удален по запросу пользователя Supercell. Отлично. Так. Supercell, я бы хотел к вам обратиться. А вы не используете авторские права в своей игре Brawl Stars, как-то делайте отсылки на какие-либо мультфильмы или же, не знаю, какие-нибудь, короче, вещи. Я вас сейчас, знаете, скажу такую вещь, возможно, о ней никто не догадывался, но это авторские права страшные. Я вам сейчас расскажу, ребята, что Supercell сплагиатили у Pixar. Это скин картофельный сквик. Это плагиат на историю игрушек. Там был персонаж мистер Картофель, и на него Supercell спародировали этого
персонажа из Pixar. Как вам такое, Supercell? За это вам авторские права тоже могут прилететь. Подробнее давайте посмотрим. Понятно, понятно. Суперсел, пожалуйста, пришлите на мою почту письмо. Что я не так сделал? Что я нарушил? Какое правило? И, во-первых, я имею право снимать на своем канале абсолютно любые видео. И имею право вообще, да хоть снимать все приватные сервера всех игр. И ничего мне за это не должно быть, ведь я имею на это право. Любые люди снимают любой контент. И им за это ничего не говорят. Сколько людей есть по носу? Понус, браво, которым ничего не говорят за то, что они снимают то, что хотят. И Суперсел, пожалуйста, можете отправить мне письмо. Еще раз повторюсь. Можете отправить мне письмо. Я обязательно посмотрю, что я не так сделал. И это называется диктатура и цензура. Это называется то, что нельзя снимать то, что им не нравится. Подождите, а какая вам, по ходу дела, разница, что я снимаю нус, если у меня не так уж там много просмотров, всего лишь до 1000 с лишним просмотров, и я ни на кого не влияю. И посмотрите в интернете, на YouTube, сколько видео по нус, браво, и почему их никто не удаляет. И по всем другим играм всякие видео, перезаливы с играми в нусе, в дружеских боях. Там все скины, вы видите, это отлично. Нус, даже Стейрс, Инквизик, например, играют в нос, им ничего, а мне сразу прилетел страйк. Это вообще как понимать можно? Одно из трех. Спасибо огромное, Суперсел. Если вы еще кинете мне жалобы, отлично, мне заблокируют канал благодаря вам. Да, мне нравится мой канал. Я делаю все, что хочу, и мне никто не указ, какое видео. Какие видео, точнее, я буду делать. Я же не распространяю наркотики, насилие, что-то плохое. Я никому даже нецензурную лексику я даже не употребляю в этом видео. Я вообще в своих видео ее не употребляю. И что я такого сделал, что я могу повлиять на общество в плохую сторону? Пожалуйста, объясните мне. Монополия Brawl Stars называется ваши действия. Ладно, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И обязательно пишите ваше мнение в комментариях, как вы думаете про этот страйк, что вы о нем думаете. Ну и всем пока!